3 ноября в субботу больница Чувашия приглашает всех желающих на день открытых дверей. Проверить свое здоровье и проконсультироваться с врачом можно по предварительной записи через электронную регистратуру или по телефону. Прийти к врачам могут не только взрослые, но и маленькие пациенты. При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис, СНИЛС, желательно медицинскую карточку с обследованиями и анализами для более эффективного результата. Так, в президентском перинатальном центре будут ждать посетителей с 8 утра до часа дня. Можно записаться на прием к гинекологу, к врачу-генетику. В госпитале для ветеранов войн день открытых дверей посвящен борьбе с остеопорозом. Пациентам смогут определить риск переломов, сделать рентген для групп риска. Кроме этого, будут принимать врачи-специалисты по разным направлениям. График приема в больницах изменился в связи с Днем народного единства. Так, 3 ноября медучреждения работают по субботнему режиму, а 4 и 5 числа – выходные дни. Оказывать неотложную помощь, как обычно, будет скорая. А на график работы детской молочной кухни праздники никак не повлияют. Она будет работать в штатном режиме.